We got inside of this Marine Litter Museum artworks. Да, картина из бычков. Современное искусство меня печалит. Ну, в этом плане. Bon Appetit, причем картина называется-то. Я не люблю в этом плане современное искусство. Угу. Ну, красиво. Ну, как красиво. Здесь ты видишь какой-то созидательный результат. Ты видишь, что люди пытаются какую-то идею донести. Нету здесь идеи. Это не должно быть юзабельно, это не должно быть обязательно применимо где-то. Оно мне визуально не нравится. Это мое мнение. Хорошо, я тебя понял. Ну, как бы оно не должно мне нравиться, и оно мне не нравится. Все. Тем не менее. Не развиваю сложную философию. Что у нас вот внутри? А, это просто выходы на улицу. За... Окей, давай почитаем, что здесь. Так выглядят черепашки, которые еще и светятся. Акама Пенинсула. Вот такие есть артворки. Это все? Интересно, можно трогать? Куски пластика. Вот здесь тоже рыбки из пробок. Эта рыбка сделана из пластиковых пробок. А это морской конек из пластиковых и металлических от Аргуса. Называется Marine Creature Mosaic. А что это? Это тест на дальтонизм. Видишь ли ты что-то здесь на этой картине или нет? Я пошел наверх. Давай. And that's what happens to the sea bottom. See, it's just a piece of rock. I don't know, what is it? Not sure how you call it. That's the piece cut out from the bottom of the sea, and it's full with some plastic, some litter, bottles, cans, and so on. This exhibition, you can see some places, like geological places they use. So for example, this one is full of chalk. That's a chalk shore. And there are some others, some caves and so on. It's very beautiful and it's interesting to read. What is it about? Going up. Oh, it's outside, okay. Hiding in the shadow. Обзорный.